Почти половина россиян, 46%, хотят открыть свой бизнес. Такие данные приводит российское аналитическое агентство. При этом чаще всего такое желание высказывали жители столицы – 24%, Санкт-Петербурга – 7%, а также Нижнего Новгорода. Больше 40% заявили, что на такой шаг им понадобится 2-3 года. А готовы ли кировчане открыть свой бизнес? Этот вопрос мы задали в нашем онлайн-опросе. Большинство ответили, что хотели бы открыть свое дело, но не знают, с чего начать. Что говорят кировчане на улицах города? Давайте посмотрим. По последним данным, почти половина россиян хочет открыть свой бизнес. Ну а что, звучит престижно? Сидишь себе и руководишь. Я решила выйти на улицы Кирова и узнать, хотят ли жители нашего города открыть свое дело. Ну, вы знаете, у меня есть свой бизнес. Риэлторская компания очень давно существует, уже 27 лет. Вот 18 апреля будет 27 лет нашей компании. Почему когда-то давно решили открыть свое дело? Что смотивировало? Ну, финансовый вопрос, конечно, безусловно. Чтобы работать, как говорится, на себя. Ну, когда-нибудь, но точно не в ближайшее время. Почему? Ну, пока что все не видно, что что-то может открывать. Ну, как сказать? Это в наше время, мне кажется, сейчас очень сложно. Почему? Возможности, потому что налогов очень много надо платить. И вообще? Пока нет. Почему? Тяжело. У меня есть свой бизнес, у меня туристическая компания, да, и я еще параллельно сейчас развиваю очень интересный проект в нашем городе. Это круизное путешествие, путешествие на лайнерах по всему миру. Нужно рассматривать все виды бизнеса, и традиционные, и нетрадиционные. Прямо о бизнесе конкретно не задумывался, но свои дела как бы есть, то есть какую-то конкретную специальность развивать и свои какие-то профессиональные навыки, нежели построение какого-то дела своего. Нет, мы на государственной службе, да. У нас нету своего бизнеса. Никогда об этом не задумывались? Ну, конечно, задумывались, почему не задумывались? То есть был какой-то опыт все-таки? Нет, опыта не было. Опыта не было. А вот так, если пофантазировать, что бы открыли, что интересно вам, какая сфера? Ну, наверное, сфера красоты. Хотите выразить свое мнение? Не стесняйтесь, переходите в наши соцсети ВКонтакте, в Одноклассниках, а также в Телеграм-канал. Голосуйте под постом, оставляйте комментарии и ничего не пропустите. У нас много интересного.